Программа была шаг, посвященный совершенствованию знаний специалистов и получению зарубежного опыта, является одним из достижений страны за 30 лет обретения независимости. В ЭТРАУ также немало квалифицированных специалистов, которые прошли обучение за океаном и сегодня неустанно трудятся во благо развития региона. Одна из них – Шнар Шакенова. Она вносит свой вклад в сферу рекламы и связи с общественностью в нашей стране. Шнар совершенствовала свои знания в Туманном Альбионе, была гостьей телепрограммы «Біздің болашақ», которая реализуется в рамках совместного проекта с Ассоциацией стипендиантов международной стипендии президента Республики Казахстан «Болашақ». Подробнее в следующем видеоматериале. В любой отрасли нашей страны нужны сильные специалисты. Получившая знания за рубежом и работавшая в крупном учебном заведении страны и в разных средствах массовой информации, Шнар Ахмеджанқызы приехала трудиться в Атырауский регион. Выбранная ею профессия 20 лет назад была самой молодой. Постепенно ее специальность получила широкое распространение в нашей стране. Шнар тогда приняла смелое решение и сейчас с честью выполняет свою работу. В 2003 году я окончила школу и поступила в КазГУ на факультет журналистики. В то время появилась новая специальность – реклама и связи с общественностью. Когда мы поступили, было только 2 года, как открыли эту новую специальность. Нас обучали преподаватели журналистики, так как не хватало специалистов. Мы получали знания всего по 1-2 книгам. Так мы закончили свое обучение. Для тех, кто стремится к знаниям, не существует никаких преград, только сильная любовь к профессии, самоотверженное служение выбранной цели ведет к победным высотам и достижениям. Поступив по программе «Болашақ», мы продолжили обучение по полученной в Казахстане специальности. Там старались совмещать теоретические и практические знания. Перед нами ставили разные ситуационные задачи, и мы должны были решить их. Там я освоила специальность «ПИАР». Много казахов обучается в вузах Туманного Альбиона. Для Шинар, которая поехала за рубеж за детской мечтой, обучение по программе «Болашақ» стало отправной точкой для ее будущего. Там она получила большие знания. Я написала диссертацию на примере работы банка. Тема моего проекта – кризисная коммуникация. Когда-то 3 банкам были предъявлены ложные обвинения. И за сутки фейк-ньюс нанес большой урон репутации этих банков. Многие оказались не готовы к кризисной ситуации, но один из банков смог победить кризис. Шинар получила хорошее образование, имеет свой современный взгляд на науку. В ходе защиты магистерской диссертации на примере ситуации в своей стране она обобщила мысли, показала результат. А сегодняшние ее достижения – это результат ее вчерашних трудов. Много идей, которые необходимо реализовать в Атырауском регионе в сфере образования. Результаты мы увидим в будущем, говорит наша героиня сюжета. Мы тоже пожелали Шнар успехов в ее непростой работе. Напомним, что программа «Біздің болашақ» была создана в рамках совместного проекта с Ассоциацией стипендиатов международной стипендии президента Республики Казахстан «Болашақ». Жар Канатбек, Сағындық Тұнұргүл, Жанар Сағынышқызы, телеканал Атырау.